Дело было вечером. В Красковском культурном центре прошла шоу-программа. Две команды, в которые вошли деятели искусств, общественники и депутаты, сразились в интеллектуальных поединках. О новом формате развлечений – наш следующий сюжет. Две команды, в каждой по 6 человек. Они знают друг друга, но не знают, какие задания им предстоит выполнять. Но одно участники шоу-программы «Дело было вечером» знают наверняка. Будет весело, это абсолютно точно. С нами пришла наша группа поддержки. Все очень активны. Проявить интуицию, смекалку и эрудицию участникам предложили с помощью 5 заданий. Например, игрокам нужно было отгадать известную песню, переозвученную голосом робота. Угадать, кто из зрителей участвовал в программе «Давай поженимся» и за несколько секунд объяснить водителю, в какой город надо ехать. Куда едем, шеф? Туда, где мой дед расписался. 45-й. За каждое задание команде присуждали баллы. Выиграет та, которая наберет наибольшее количество по итогам всей игры. Идея нового формата развлечений принадлежит художественному руководителю Красковского культурного центра Надежде Кудисовой. Вот такой вот новый формат, его еще ни разу не было. Мы надеемся, что очень понравится. Но, по крайней мере, есть уже желающие, которые хотят прийти и играть. В перерывах между играми танцевальные номера и музыкальные паузы. Заряд положительных эмоций получили не только участники шоу-программы, но и зрители. Я в восторге. Удивлена, приятно удивлена. Дело было вечером! Луиза Егязарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.